Вообще очень интересная тема, которую сейчас блогеры говорят, что вот арабы, они просто берут и как бы копируют аналоги, да, либо делают те же самые композиции, но в 5 раз дешевле. Я скажу так, что сейчас, в принципе, мир парфюмерии начал постоянно что-то копировать. Люксовые бренды уже не выпускают новинок. Если они выпускают какую-то новинку, запускают, то это уже где-то и у кого-то было. Ничего нового они не придумывают. И нишевая парфюмерия становится коммерческой. Коммерческой, то есть она продается массово, она не нишевая, она не для избранных людей, не для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность, выделиться как-то из общей серой массы, ну, грубо говоря, да, вот, а она стала для всех. Она недоступна по цене, но каждый может взять в рассрочку, да? То есть, как телевизор, господи, ты боже мой. Поэтому не стоит грешить на арабов, они помогают нам купить свой любимый парфюм по более доступной цене. А вот бренды, повторюшничают, очень часто. К тому же, если вообще в эту тему углубиться, то арабам не так уж сладко. Ну, на самом деле, это такая Восток дело тонкое, поэтому тут рассказывать можно очень долго, но им не так уж и сладко. Им постоянно приходится что-то придумывать, и они придумывают свое. Не все бренды повторяются, наоборот, они адаптируются под европейских покупателей и придумывают ароматы, ну, такие более понятные, скажем так, не в восточном стиле, без сильных таких вот удовых, древесных каких-то там или восточных нот. Вот. Но им приходится не сладко, потому что буквально нога об ногу, рука об руку, с ними идут турки, и с турками идут Китай. Китай сейчас впереди планеты всей, поэтому все, что вы покупаете, дорогие мои, возможно, произведено в Китае, китайскими производителями. И беды-то никакой нет, ну какая разница тебе, кто производит тот или иной парфюм. Но, однако ж, купить арабский аналог и китайскую версию, это совершенно две, а даже три, четыре и пять разных историй и ароматов.